Друзья, всем привет, мы с вами продолжаем играть в Европу Универсалис за Кастилию. В прошлой серии мы с вами выбрали нашу цель на будущее и начали к ней двигаться. Мы повоевали с Португалией, отхватили все у нее острова, которые были, она даже начала здесь что-то колонизировать. О, какой кит смотри плавает, ля, красавец был. Жалко, плохо видно, да? Он там плывет. В общем-то, начали мы с вами заниматься колонизацией также, да, Южную Америку начали колонизировать, Карибы начали колонизировать. Повоевали с Португалией, захватили, отняли у нее столицу. Некрасиво выглядит, согласен, абсолютно согласен. Но пока что, что имеем, то имеем, собственно, как-то так. Ну и, в общем-то, отрезали все пути для колонизации Португалии. Это вообще кайф. Это очень хорошо. Ну и продолжаем играть. Сегодня, возможно, пойдем воевать с Англией. У нас появились претензии в огромном количестве на Англию, так как у нас с Арагоном не задалось. Будем, возможно, воевать с Англией. Попутно, возможно, что-то хотел бы я сделать, конечно, с Арагоном. Потому что, ну, Арагон тоже надо захватывать. Нельзя давать ему расширяться. Он тут чуть ли уже не Карфаген у нас возрождает. Меня это не очень-то радует. Я не хочу, чтобы он развивался. В общем, будем что-то сегодня придумывать. Технологии пока что не развиваем, потому что, блин, хотелось бы внедрить Ренессанс. Ну какие плюс 50%? Ну это слишком большие затраты, и я не хочу. У нас есть небольшие долги. Возможно, знаете, как стоило бы сделать? Взять сейчас еще немножко долгов, хоть у нас и так их столько, две штуки. Взять немножко долгов еще, да, буквально чуть-чуть хотя бы. И потратить эти деньги, собственно, на внедрение института. Почему нет? Давайте так поступим. Сразу же с вами военные технологии прокачиваем. Можно даже два раза. Хотя на число лет опережения довольно-таки большое. Сколько у нас здесь лимит сейчас? 999. Мы сейчас, возможно, начнем прокачивать нашу столицу или еще чем-нибудь таким заниматься. В общем, взяли долгов. Не вижу в этом ничего страшного. Зато, наконец-таки, не будет дебафов. Да, вот какие нафиг 50%? Я на такое не подписывался. Долги, конечно, неприятно, но долги мы постепенно выплатим. Как-никак у нас появляется колонизация какая-никакая. Деньги будут иметься в ближайшем будущем, надеюсь. Так, ну и продолжаем. Ой, у нас лидер получил, наконец-таки, хорошую черту. А то до этого такая себе черта у него была. У нее, точнее, там у нее вроде местные беспорядки плюс 2, что довольно-таки сильно по нам бьет в какой-то степени. Ну, у нас еще все хорошо, потому что стабильность плюс 2. То есть, если бы не было стабильности плюс 2, тут бы вообще ад происходил. Ну, хоть где-то нам повезло. Отрекать, естественно, от престола мы никого не собираемся. И так все хорошо. Продавать титулы нет. Нет, нет, нет. Это национализировать я не буду, это вот эта провинция, я потом просто сделаю здесь, ну точнее, сделается здесь по сути автоматически у нас с вами колония автономная, так что оно само все пофиксится. Ой, хорошо, они восстали вообще идеально, я боялся, что восстанут или здесь, или на островах, в итоге восстали там, где нам надо. Вообще отлично получилось. Сейчас с вами будем убирать содержание войска, наверное, да? Что тут сильно у них растет? Нет, немножко. Хотя вот тут что-то есть, да, сепаратисты марокканские. Но это все дело такое. Не то чтобы страшно. Так, это пока убираем. Это убираем. Идеи продолжаем принимать. Тем более купец. Тем более эффективность производства. Давайте заодно займемся, кстати, торговлей. Что у нас тут? Сколько денег? В данный момент здесь денег .net. Да. Да, денег здесь вообще нету. То есть пока что здесь торговля не имеет вообще никакого смысла заниматься. Слово совсем. Надо развивать колонии. Но вместо этого мы можем с вами начать собирать деньги здесь. Да? Давайте получать прибыль. Нормально. Полторы монеты где-то стали больше плюс-минус зарабатывать, если не ошибаюсь. Торговля нам уже какие-никакие, но деньги должна приносить. 12 монет, слушай, почти как налоги. То есть торговля уже хорошая. Мужичок на фоне, конечно, лепещет очень хорошо, мне нравится. Песенки в Европке, конечно, мое почтение. Очень люблю. Продажи титулов точно нет. Нам, конечно, нужны деньги, но не настолько. Выбираем, кстати, с вами заодно содержание войска. А это войско нам бы вообще по-хорошему вернуть. Ладно, давай пока оставим. Пусть будет. Почему нет, да?
Пусть будет. Сроки перемирия с кем-то истекли. Этот кто-то, если не ошибаюсь, Англия, возможно. Че, может дальше воевать пойдем? Тут, конечно, союзов у него, ёптыш. Тут и Португалия вступится, и этот. Блин, надо было по итогу мира еще попросить Португалию разорвать союз. Что-то я тупанул. Ну, уже поздно об этом думать. Давайте, кстати, вообще глянем, что у нас по заданиям. Надо определиться, к чему нам стремиться. Порты в Западной Африке у нас есть задание. Держава Кастилия обладает наибольшим торговым влиянием возле берега Слоновой Кости. Неинтересно пока. А, что еще? Порт Севилья. У нас есть задание на развитие вот этого вот да, города, провинции, чем я бы хотел заняться. Ой-ой-ой, наследник трона может умереть. Блин, а как так-то? Он такой хороший. Нельзя ему умирать. Живи! Ой, ты молодец, ты мой. Нельзя ему умирать ни в коем случае. Я готов все деньги отдать, лишь бы он жил. И он будет жить. Это отлично. Так, возвращаем войско. Что я делал? Я смотрел задание, да? Меня напугали тут. Что надо от меня? Расширил инфраструктуру. Окей, было улучшено, по крайней мере, 10 раз. Доки и верфи нужны. За это все мы получим склад и новые задания. Угу. Надо 6 верфей построить. Фрегатов 50. Сильные у вас тут задания, я вам скажу. Очень сильные. А здесь надо... А здесь надо ничего, кстати. Мы что получим за это? Торговлю, эффективность повысится. Событие какое-то. Каста де контратастион. Ё-моё. Окей. Можно постоянно модификатор, который поможет в наших колониальных усилиях. Вот это, кстати, интересно звучит. Поможет в наших колониальных усилиях. Че, попытаемся выполнить сегодня это задание? Как думаете? Придется потратить деньги, которых у нас нету. Ну а чё? Ну я думаю, оно того стоит. Кстати, можно как раз сюда военные очки вкинуть. Вообще спокойно можно вкинуть. Ради задания я готов. Все, одну цель мы уже выполнили. Следующий это док, верфь. И расширить инфраструктуру. Это, я так понимаю, надо вот это, да, вкачать? Оно же? А, нет, вот это. Давай расширим инфраструктуру. Отлично. И получается, все, что у нас остается, это построить док и верфь. Давай мы этим займемся прямо сейчас. Док, а верфи у нас нету, да? Погоди. Вот верфь. Нам надо дипломатические технологии восьмерочку. Ну, давай док построим. Почему нет? А, да, восьмерочки, нас тут осталось... Ой, не, на самом деле осталось много, что-то я тут поторопился. Ну ладно, ничего страшного. Так, у нас инквизитор погиб хороший. Печалька. Вот, снижение инфляции. Вот это нам надо, кстати. У нас там инфляция довольно-таки высокая, да? 5-6%. Ё-моё, у нас очень высокая инфляция. Но сейчас будет падать. Так что нормально. Аж медленно, но верно. Медленно, но верно. Так, с мамлюками отношения плохие. Кого закинем сюда? Давай каких-нибудь мамлюков и закинем. Франция, кстати, себя чувствует вообще чуть ли... Да не идеально, божественно. Где тут? Даже чуть-чуть сюда залезла. Понятно. О, военный союз! Отлично, как хорошо, что я сейчас глянул. Я так хотел с ними союз заключить. До этого просто у него было слишком много союзов. Мне кажется, даже сейчас у него слишком много союзов, но там что-то произошло, и у нас теперь... Вообще хорошие отношения. Давай. Брак тоже. Вообще все давай. Блин, забыл опять про Арагон, и они меня... нашли. Ну давай. Нам надо захватить вот эти все провки, и мы выполним там какое-то задание, и сможем двигаться дальше. Задание, если не ошибаюсь... Задание... Это претензии в Арагоне. Да, видите, вот эти все обведенные провки надо захватить... Получим с вами, я так понимаю, претензии на всю Францию, даже больше. Получим претензию на Италию, а именно на Неаполь. Вот эту часть. Получим претензию на Австрию. Допустим. В общем, ожидаются интересности всякие. Так, Казнови, вот это нам надо. Блин, там землю отдать.
Не, земля давать не хочу. Земля давать я точно не хочу. У меня на улице, видимо, мусор забирают. Я извиняюсь, если вы все это дело слышите. Не могу сидеть закрытым окном. Потому что, ну, умру. Умирать я не собираюсь. Ну, сами понимаете, в общем, дело такое. Так, это мы все убираем. Перемирие у нас закончится когда с Арагоном? Хотел бы с Арагоном просто повоевать. В 92-м году. А если я сейчас объявлю войну Англии за меня, Франция вступит. Франция не вступится, но за земли вступается. За него клев вот этот, Португалия. Блин, плохо, что Португалия за него. Это неприятно, конечно. Но еще он земли хочет. Но я бы хотел, честно, я очень хочу повоевать с Англией и захватить у них столицу. О, ну видите, он начал колонизмом тоже заниматься. Мы сейчас его немножко это самое подостановим, да, в этом плане. Или стоит сначала Португалию добить? Вот я разрываюсь, блин, плохо. Когда у нас там закончится перемирие? 98-й. Ой, так там долго. Давайте повоюем с Англией, что думаете? Нам сейчас и деньги не помешают. Я думаю, друзья, оно того стоит. Пойдем сейчас воевать. Вот так вот опять пойдем воевать. Ну а чё? Почему бы, собственно, и нет? Отправляем с вами все войско сюда. Восстание здесь вроде быть не должно. Да, все будет хорошо. Денежки идут в плюс. Причем, кстати, в хороший плюс. Так или иначе, да, даже учитывая, что у меня содержание войска имеется. А, что меня сейчас еще интересует? Что у нас по технологиям? Все по технологиям у нас все хорошо административным, хоть я за них и переживал. А, мы еще в прошлой серии сюда плюсик втыкнули, да? Ну, то есть тут вообще все хорошо будет. Ну и отлично. Ну и замечательно. Так. Что от нас сейчас требуется? Войско мы сюда притащили. Еще не все, да? Он еще пошел за одной партией, видимо. Значит, пока что... Не пойдем воевать. Семерочка, семерочка. Вот сейчас бы я хотел, наверное, военные технологии вкачать. Как раз у нас сейчас появится функция. Да? Вот сейчас вообще идеально будет военные технологии качнуть. О, наконец-то можем задание взять. Давай займемся этим. Опять горожанам, естественно. Никак у меня, блин, не удается. А я что, сразу задание выполню? Ну-ка. Легчайшее, я считаю. Вообще легчайшее. Можем отобрать тогда за одну землю. Сразу подавим здесь эту херню, которая восстала. Подавляем, подавляем. Так, надо забывать, что за них Португалия вступится. Нам сначала надо будет разобраться здесь, в первую очередь. Что у него, кстати, по флоту по итогу? А что у него кораблей меньше стало? Видимо, он там понес ущерб где-то. Ну и отлично. Так, у нас есть 40% корон земли, да? Корону имеет 40%, нифига себе. Предлагаю взять военные очки, потому что у нас с ними появляются некоторые трудности. Если их таковыми вообще можно назвать. Или мы еще другое возьмем? Что тут есть вообще? Да чего-то годного на самом деле как такового-то и нет. Если так посмотреть. А, вот тут может еще за 5%. Торговая дистанция, глобальное торговое влияние. Но это надо, чтобы у них еще было 14% корон. Точнее, 14% земли, да? У горожан. У горожан сейчас 14,75. Ага. Ну, кстати, можно. Можно, почему нет? Давайте глянем, что тут еще есть. Вот у священников что-то должно быть, да? Вот. Рост военной усталости. Терпимость к истинной вере. Ну, слушай, хер знает, хочу ли я такое. Давай молча очки возьмем военные, да? Чё уж. Тут диалог такой. У нас просто как раз их довольно-таки мало, всего 7. Хоть мы, конечно, довольно-таки хорошо вкачали военные технологии, потому что мы банально ничем другим не занимаемся. Ну, точнее, никуда больше не тратим эти самые военные очки. Поэтому-то у нас все так хорошо с этим всем делом. Так, давай этих сюда, этих сюда, этих сюда. Сейчас подготовим небольшую почву для всех наших телодвижений. Сейчас заодно у Португалии еще провки, возможно, здесь отхватим. У меня здесь претензии есть вкусные.
Почему бы и нет? Ну, сначала, естественно, подождем, пока у нас появятся военные. Все, вопросов нет. Пойдем воевать. Пока там Франция еще не отказалась от всего этого дела. Также папу давай пригласим. Че нет? Папа, я думаю, будет не против. А, естественно, претензии на Лондон давай лучше возьмем. Там, конечно, без разницы, по большей части, но... А че бы и нет? Лондон есть. Пообещаем земли Франции. Вот эту пробку, может, дадим. Там как пойдет. Будет видно. Вообще кайфовая музычка. Давай вот сюда генерала. Или я не того, погоди. Вот этого. Вот, двухзвездочного назначим. И отправим их воевать сюда. Отлично. А этой армии отправимся воевать сюда. Отлично. Венеджаю. Блин, музыка вообще кайф. Что-что, а музыка моя почти нет. Так, кого выпнем? Кого бы нам выпнуть? Кем мы не пользуемся? Вот этот первопроходец мне нахер не вперся, да? Давай его и выпнем. Так, а куда он собрался плыть? Я только сейчас заметил. Неминуемая высадка. Ты чё, нормально же общались? А, пусть усаживается. Так и быть, разрешаю. Не знаю уж, куда он там собрался у него высаживаться, далеко ли. Чё случилось? Ну какое восстание? Нормально же общались. Доход от налогов в провинции минус 50. До какого года? 511-го? А ты не оборзел ли? Это где вообще? Вот тут. Ну, провинция не то чтобы богатая. 3-3-4. Ну, кстати, довольно-таки хорошая. Бровка. Ну, сокрушать их сейчас. Давай сокрушим, что они вообще оборзили. Нахуй, надо им место их показать, я считаю. Я считаю, пора показать им их место. Что думаете по этому поводу? Филипп предлагает новые идеи в управлении. О, административные очки на халяву. Такое я люблю. Все, мы благополучно сами сюда высадились. Это вообще кайф. Англия, естественно, боится со своим флотом что-то против нас мутить. Мы продолжаем с вами развивать дипломатические технологии. Нельзя ни в коем случае отставать. Мы в данный момент вообще хорошо по технологиям идем. Не идеально, но учитывая, что мы взяли полностью идеи еще дипломатические, очень даже хорошо. Прям, ну, достойно. Так, по поводу захвата провок. Продолжаем здесь всем этим делом заниматься. Войско здесь довысадилось у нас уже почти. Боится, не подходит, потому что технологии мои опережают его. Но если он все войско соберет, конечно, будет тяжело. А, он туда высадился, вот дурак, а. Ну, помянем еще. У него рекрутов, наверное, еще не так много. Давай-ка мы попытаемся шотнуть его войско тогда, раз на то пьянка пошла. Это будет очень даже выгодно для нас сейчас. Папа здесь усаживается. Ну, папа после крестовый поход свой решил устроить. Ему не до нас, я его понимаю абсолютно. Это дело такое. Загнали пацана в ловушку. И кушаем. Обедаем, да? Так, продолжаем с вами принимать идеи дальше. Там тут торговца. А, это колонист. Скоро колониста дадут. Так, отлично. Колонист лишним точно не будет. Так, предлагаю его преследовать. Он в Лондон пошел или куда? Кажись, в Лондон, да? Эть, скотина такая, успел, смотри. Можно Лондон осадить. Если он сейчас куда-то туда пойдет, мы его просто встретим. Поприветствуем, так скажем, да? Ну, а чё? Так, здесь осада идет. Тут захватили в итоге пробку? Нет, они отказались от этой затеи. И правильно сделали. Ни к чему бы хорошему это все дело у них не привело. А, папа в итоге сюда пошел. Крестовый поход отменяется. Временно. Но временно. Давай-ка поможем лучше Лондона садить. Это ж как-никак береговой город. Что-то я совсем забыл. Хотя нам и так, судя по всему, тут помогает флот Франции. Но наша помощь лишней точно не будет.
Что у него по рекру там? 13 тысяч и 30 тысяч войск. Я предлагаю оставить здесь только осадный корпус и отправить сюда все свои войска оставшиеся. Пусть осаждает, я им мешать, естественно, не буду. Высадим прямо в Лондоне, давай их. Планы немножко у нас поменялись, потому что я боюсь, у них там войска, блин, где-то прячутся. Они меня так-то могут победить, на самом деле, если захотят. О, а зато стенки сломались, слушай, вообще хорошо. Главное, чтобы сейчас успел я отправить туда свое войско. Потому что если не успею, будет печально. Сроки перемирия с Арагоном, кстати. Тю-тю. Он все-таки сюда высаживается. Ну ты даешь, конечно. Ну ты, конечно, даешь. О, отлично. Это очень хорошо. О, так мы сейчас почти закончили. Тут 999. Сейчас нам будет дальше отправлять. Мы заодно сейчас вроде задание должны выполнить. Да, мы выполнили заодно задание. Так, колонист еще возвращается. Отлично, вернулся. Так, отправляем тогда с вами куда? Кого? Давай вот этих типов. Сюда. Так, и мы выполнили задание, связанное с колонизмом. Карибская колония. Туземцы на нашей новообретенной территории. Эспаньолы дружелюбные, приятные и, самое главное, доверчивые. Мы должны объявить этот регион своим, установив на земле больше кастильских сапог. Престиж золотая и шанс заселения колонии плюс 20%. Это тоже все лутая. Следующее задание — открыть Гавану. И претензия Испаньола, надо вот этот весь остров, да, захватить. Построить там где-то храмов, еще что-то наделать. Это все потом. Это нас сейчас не интересует. Че, высадились? Только плывут. Ну, я вовремя смотрю, да? Я очень вовремя, судя по всему. Чертовски вовремя, я бы даже сказал. Хотя он боится. Правильно делает. Нихер ему тут. Так, а войско все-таки я вместе держать не буду. Такая вся затея. Так, а вот с осадой мы поможем. Деньги наконец-то начинаем возвращать по чуть-чуть. Так, отлично. Здесь также закончили. С колонизацией. Отправляем сюда. 0.40 слабо. Давай 0.70. Что-то 0.40 прям очень слабо. У нас уже 3 провки, еще 2. Возможно, одна из них будет с войной связана, да? Сколько у нас в мире? А, 96-й. Ну, хиз, слушай, может да, может нет. Там как пойдет. Так. Неожиданно, да, за Кастилию Лондона осаждать? Ну, а почему бы и нет? Если так подумать-то, правильно? Почему бы, собственно, и нет? О, Франция сюда высадилась. Лишь бы ей провки не ушли. Надеюсь, у мой цвет закрасится. У меня есть претензии, как-никак. У Франции, надеюсь, претензий нету. Нет уже? Нету. Отлично. Должно все в мой цвет покраситься. Не, нихера. Он решил свой цвет красить. Ну ты скотина такая, а. Плохо. Леха, печально. Ну ладно, нам побольше там главное себе забрать потом, и все хорошо будет. Папа тут тоже кайфует. Папе мешать не будем, у него тут свои развлекаловки. Тут как бы, да, такое. Папа развлекается как может. Оставим с вами Францию на Англию, не буду там помогать. Раз он свой цвет покрасил, скотина такая. Да. Помогать ему я не намерен. Блять, скотина. Ладно, двигаемся дальше. Нам главное прибрежное здесь попытаться максимально захватить. Солидой кризис, эффективность торговли. А, нет, производство падает. Ничего страшного. Главное, чтобы в минус не уходили. Цитя, а? Какая гадина. Мы продолжаем с вами здесь все осаждать. Захватывать под себя. Куда-то он пошел. Он крепость пошел брать. Ну, в этом я ему мешать не буду. Пусть здесь развлекается.
Может, у Англии еще колонию забрать? Я бы в Северной Америке хотел бы колонией заняться. А чё нет? Колонизм везде мне нужен. Правильно. Блин, капец, у нас тут проценты хорошие. Вообще кайф. 51% на заселение. Какие-то сумасшедшие цифры, на самом деле. Просто сумасшедшие. Так, ладно, давай влияние дадим. Ничего страшного. Немножко влияние не повредит. Так, у нас кто-то просит перемирия. Кто это? Кто ты? Ага. Я требую все ваши деньги. Выплату контрибуций. Торговое влияние. Ну и хватит пока. Включаем мир. Так, Франция там что-то начинает захватывать. Ну эти пусть стоят, я им мешать не буду. Пусть хоть завтыкают в этой жизни. Вообще не это самое, не интересует. Да, я не понял, это как понимать? С первого раза стены пробили. У них пушки что ли есть? Да, у них пушки есть. Надо будет тоже пушками обзавестись. Обязательно. Я до сих пор пушки не наклепал. Надо будет этим делом заняться. Сейчас мы им покажем, кто здесь папочка, да, так скажем. А, отлично. Во, правильно делаешь. Нет, неправильно, куда ты пошел? Блин. Стены тоже пробил. Ну, правки надо свой цвет красить обязательно. А то эти французы, ничего от них хорошего. Фига себе, император что-то, кстати, реформы часто проводит. Такое тоже впервые вижу. Уже 3 реформы с этой провел, ничего себе. Катка будет интересная, судя по всему. Подбиваем займы. Ну, это дело такое. Продлить займы, штука такая. Так, ну этих провок мне, в принципе, должно хватить. Я еще у Португалии хотел бы там кое-что забрать. Блин, он сейчас победит тут в файте. Я ждал, что он так нагло отыграет. И провка, наверное, себе заберет. Блин, ну ладно, давай побольше заберем. О, мы какое-то задание еще выполнили. Порты в Западной Африке. А, у меня тут само задание выполнилось каким-то образом. Меркантильность увеличится. Стоимость зданий уменьшится. Перенаправление торговли лучше станет. Побережье Западной Африки имеет жизненно важное стратегическое значение. Важное не только создать станции снабжения для кораблей, плывущих вокруг мыса. Но мы также должны обеспечить постоянный приток африканских рабов для перевозки в наши колонии в Америке. Отлично, лутаем на халяву меркантильность. Держава Кастилью открыла все провинции в регионе Малуки. Где это находится, я без понятия. Ну, где-то тут, судя по всему, да? Ладненько. Это все потом. Продолжаем с вами захватывать Англию. Он просто ушел, что? Он просто ушел. А, все, идет там же тип. Блин, знал бы, я бы сам пошел туда. Ну ладно. Что сделано, то сделано. Ну, сам виноват. Предложил ему землю. Возможно, кстати, одного бы папы хватило, что-то мне подсказывает на все это дело. Ну ладно, уже поздно об этом думать. Португалия что-то все-таки оккупировать смогла. Пока что не буду продолжать сюда идти. По одной простой причине. Мы сейчас будем с вами подписывать мир. Естественно, этот мир требует много административных очков на национализацию провинций. Так, это мне ничего не даст. Выплата контрибуции, торговое влияние, неинтересно. Не знаю, мне здесь ничего не надо на самом деле. С Англией давай пусть разорвет отношения еще. Торговое влияние мне нафиг не сдалось, ну будем честны. Хотя, возможно, кстати, не помешало бы. Я же сейчас здесь провку захочу, то я что-то я тупану. Ладно. Давай с Португалией мир заключим. Посмотрим, что я смогу здесь взять. Я хотел забрать вот здесь вот провинция.
У него же здесь больше нигде нету никаких колоний. Ничего-то еще, да? Это же отдельный мир. Отдельный мир. Давай вот так вот сделаем. Давай просто все пробки у него здесь заберем. Я хочу потом пойти повоевать на юг. Только Португалия на меня разозлится. 44% всех расширения. Терпимо, терпимо. Здесь уже стоит заняться национализмом, естественно. Главное не промазать случайно. Ага, все, понял. Отлично, тратим очки. Инновационность увеличится. Давай лучше вот это возьмем. Инновационность у нас так вроде хорошо себя чувствует. Да, у нас плюс 12, нифига себе. Стоимость всех очков. Дешево, дешево. То, что надо. Так, это пока не трогаем. Это все не трогаем. Надо выплатить долги. По возможности. Ну, давай последний займ. У нас осталось всего 2 займа. Всего 2 займа остается. Так. Одно войско сюда. Второе войско мы возвращаем в столицу. Надо будет их объединить, во-первых. Да? Здесь крепость я хочу разобрать. Или наоборот, может здесь крепость оставить, а вот здесь разобрать. Они что, все равно пройти нигде не смогут. Давай мы лучше вот тут крепость разберем, да? Давай мы вот тут крепость разберем. Здесь намного выгоднее. Здесь, видите, всего 1, 2, 3 пробки соединяются. А здесь аж целая куча провинций. Так что здесь крепость выгоднее оставлять, конечно же, нежели там. Здесь от крепости я бы тоже избавился. Но это город довольно-таки богатый. Не знаю, стоит ли. Ладно, пока не будем ничего трогать. Военный налог, неинтересен. Давай вот эту штуку возьму, да? Это что такое? Позволяет действие передачи субъекта в мирном договоре за полцены. Не, неинтересно мне это тоже все. Вот это забираем. Мы с вами в золотой век вступим, когда настанет 500-й год чем-то. Вот тогда мы с вами всем этим займемся. О! У нас с вами новые исследования появляются, какие-то экспедиции. Юг Атлантики, Атлантическое побережье Америки. Давай-ка мы этим сейчас делом займемся. Выделяем себе флот. Назначаем сюда нашего Магеллана. И отправляем его путешествовать. Так, надеюсь, флот вражеский тут не подумает, что я легкая нажива. Было бы неприятно, на самом деле. Было бы очень неприятно. Что у него тут по флоту-то осталось? 11 кораблей. Ну, вот все корабли. Главное, что они тут. Так, что по доходам? Доходики довольно-таки приятные тоже, на самом-то деле. Можно, кстати, убрать содержание войска. Пусть денежки капают. Как и содержание крепостей, кстати, я бы тоже убрал. Хоть идет война, но война, по сути, закончена. От нас больше ничего не требуется. Мы с вами молодцы. Да? Я сейчас пока мир заключать не буду, потому что у нас сверхрасширение 46%. Сейчас я подожду, пока вот здесь вся херня проведется, и только потом мы всем этим делом займемся с вами. Скоро здесь, кстати, перемирие закончится. Давай создаем опять сеть. Да? Меркантилизм, меркантилизм. Ну и немножко сюда, мало ли повезет. Да? Все возможно в этой жизни. Все отлично. Так, потом еще с Арагоном пойдем воевать. Сейчас с Англией закончим, когда. Что мы будем забирать у Англии? По-любому Лондон. Блин, плохо же здесь Франция так получилось, конечно, неудобно. Печалька. Стоимость пехоты, кавалерия. Я хотел только пушки нанимать, поэтому нормально. Не жалуюсь. Сейчас пока копим деньги, я хочу отдать все долги, чтобы со спокойной душой потом жить и не переживать за то, что у меня какие-то долги еще остались. Долги штука довольно-таки неприятная. Она, конечно, не несет каких-то серьезных дебафов, но когда ты понимаешь, что у тебя есть какие-то долги, резко становится как-то на душе плохо. Вот нехорошо, вот прям. Охота отдать все долги, долги штука вообще такая, блин. Конечно, не очень хорошая. Так, что по кораблям? По кораблям ничего интересного. Что у нас там по технологиям? Скоро восьмерку апнем, выполним вот это вот задание. Порт Севилья.
И все у нас с вами будет хорошо. Тут пока и пусть воюют, пацаны. Что там долго, кстати, еще национализация это идти будет у нас? Ой, еще даже половина-то не прошло. А я на четвертой скорости, оказывается, играл. А я и не знал, слушай. Ё-моё, как так-то? Я что-то и не видел. Что возьмем? Давай вот это возьмем. Так, у нас глава стал. Что? Только не видим, что Арагон стал. Блин, плохо, я хотел с ним повоевать. Эпоха рассвета? Что это где? О. Изабелла первая снискала известность в всем мире. Мы переживаем экономический и культурный взлет. Благодаря меценатству наша столица притягивает художников и философов со всего света. Новые здания и прекрасные сады безмерно удивляют всех гостей и служат доказательством нашего благополучия. Административные очки. Можно повысить всякие вкусняшки. Блин, лучше бы в столице, конечно, но... Дипочки. Доход от налогов. Естественно, административные забираю. Так, а что там, кстати, у османов? Ой, османы тут что-то развиваются прям без остановки. Прям хорошо себя чувствуют. Они сейчас воюют с Венецией. И кем еще? А, и с Арагоном. Блин, лишь бы османы здесь нигде паровки не забрали. Вот я охуею, если это произойдет на самом деле. Будет очень плохо. Будет прям очень печально и плохо, и печально, и вообще... Ой, не хочу. Очень не хочу. Бедная Англия. Она так, наверное, просит и мир. Хотя я, кстати, тут не видел никакие мирные предложения. Может, скипал. Так, экспедиция одна завершена. Мы с вами также берем задание. О, везде наконец-то 50%, и мы можем... в Тунисе торговое влияние 30%. А сколько у нас на данный момент? 16. Блин, я не смогу взять это задание, выполнить весь его. Так, давай что-нибудь другое возьмем. Казармы построить и церковь построить. Где? Тут. Давай казармы лучше построим с вами, да? Казармы не помешают. Так, казармы. Строим сами казармы, выполняем задание. Так, также отправляем дальше в экспедицию. А куда он вообще ходил-то? А, вот сюда ходил. Понятно. Вот тут, кстати, островок вкусненький, можно будет его взять. Так, Португалия вроде... Да, колонизмом я не вижу, чтобы она занималась, даже близко. Мы с вами забираем также дипломатические технологии 8 левела. И строим с вами здесь построечку, благодаря которой мы сможем с вами, во-первых, увеличить лимит флота. А во-вторых, мы с вами выполним задание. Даже два задания, скорее всего, выполним, что-то мне подсказывает. В общем, штука довольно-таки важная и полезная. Идей пока не берем. Займы скоро отдадим. Так. Что тут? Еще подождем. Восстание. Какое к черту восстание? Нормально же общались. Давай автономию. Ничего страшного. Так, фабрикуем претензию, пока тут всякие трудности не возникли. Что тут, долго еще? Так, тихо. Осталось совсем немного. Я предлагаю... отправить сюда стак. Возможно, конечно, это не лучшая затея в данный момент, но отправим. Административные очки нас что-то засыпать стали. Это вообще хорошо, это нам сейчас очень сильно понадобится. Прям сыпят и сыпят у нас этими очками административными. Да, конечно, хотелось бы взять следующую технологию, чтобы не отставать. А с другой стороны, не то чтобы прям жизненно необходимо, да, если так подумать. Мы лучше сейчас долги отдадим. Вот это, я считаю, хорошее вложение. Отдать долги. Так, это мы пока все убираем. Это нас не интересует, это не интересует. Хотя вот беспорядки меня и сейчас не интересуют. Надо быстрее, у нас тут уже птичка появилась. Конечно, она пока слабенькая. Так, план сословия выполняем. Чё? Мы образовали личную унию с державой Неаполь? В смысле? Они поклялись нам в абсолютной верности? Что? В смысле? Неаполь? Что? Ну, хоть где-то нам везет, друзья. Не повезло с Арагоном, повезло с Неаполем. Они стали нашим униатом.
Блин, кайф, слушай, кайф, кайф, кайф. Вот это везение. Неаполь теперь считается нашим... Униатом. Так, надо сейчас здесь войну завершить и помочь потом... Неаполю еще. Так, погоди. Предлагаю прямо сейчас этим заняться, верну содержание войска. Ой, как сильно ударило. Ну, это, наверное, с того, что там где-то войско покоцалось. А, нам папа помогает. Папа, спасибо тебе большое. Вот правда, батя, прям, смотри, да, залетел. Не то ли сомнение, просто залетел в это войско. Помог нам, вообще лучший. Лучший заработай на папе. Ага, тут все. Сейчас еще чуть-чуть буквально подождем. Буквально самую малость. Нам там сколько остается? Вот, чуть-чуть, самую чуть-чуточку остается. Сейчас все будет. Надо будет еще придумать, что мне делать с этими типами. С Франции, отдавать ли им провки или нет. В принципе, я могу вот эту провку отдать. Так, мы выполняем это задание. Севилья уже является самым важным портом Кастилии, находившимся на пересечении торговых путей Средиземного моря и Атлантики. Развитие его инфраструктуры могло бы стать действительно выгодным вложением. Мы за это получаем склад. Ну и все. А что нам склад, кстати, дает? Склад. Что такое склад? А, это улучшенная торговая точка. Ну, это вообще, кстати, кайф. Место торговое влияние на 50% вырастет. Это хорошо. Это вообще отлично. Севилья становится центром торговли. С открытием нового света в Севилье начался период рассвета. Она стала главным портом торговли с новыми колониями. Незамедлительно испанские монархи предоставили Севилье монополию на грузы, перевозимые из испанских колоний. Местное торговое влияние плюс 20 до конца игры. Вот это имба. Это имбища, я бы даже сказал. И найм дом. Странно называется, но ладно. Нам нужно создать новое учреждение, которое смогло бы контролировать всю торговлю, которая ведется с новым светом. И которое могло бы способствовать упорядоченной колонизации этих земель. Также выполняем сразу же. Получаем с вами на 20 лет эффективность торговли плюс 10%, лояльность горожан плюс 10%. Кроме того, у нас сейчас произойдет событие, вот это вот. Сейчас глянем, что оно нам даст. Каста де контратастион, господи, контратастион, ё-моё. Так, каста де контратастион была основана Изабеллой I Кастильской в 1503 году. Ну, кстати, опережаю, да, немножечко. В качестве государственного органа, осуществляющего контроль над всей испанской колонией, любое освоение, разведка или торговля должны были быть одобрены этим агентством, а также уплатить взнос. Одной из важнейших задач агентства было обновление Падрон Реаль. Официальный секретный испанский карт мира... все понял. На основе которых составлялись навигационные карты для кораблей. До конца игры получаем шанс на заселение колонии плюс процент. Прирост поселенцев плюс 5. Вообще кайф, слушай. Нифига нас завалили ивентами-то вкусными, да? Ну то прям спасибо. Ничего не скажешь. Так, а кстати, вон где глянуть-то можно. Что-то я совсем забыл про это место. Так, меньшинство мы выселили очередное. Продолжаем заселять с вами... Карибы. Потопали. Здесь тоже почти все. Возвращаем, кстати, содержание армии. Национализация у нас практически закончилась. Но я думаю, можно уже предлагать мир. Че уж дальше, зачем воевать, да? Так, это и эта провка не подлежит нам. Я обязательно делаю вот так. Так и быть, отдам Франции вот эту провку. Не имею ничего против. 61%. А если не отдам... Но я смогу больше забрать. 80%, кстати, всего. Но, да, как я и думал, на меня обозлится огромное количество народу. Вот так получше. Вот так получше. Давай так и поступим. Забираем вот эти все провинции. Португалия, Англия, не страшно. Арагон, не страшно. Шотландия, не страшно. Да, замечательно. Это нам идеально подходит вообще. Также забираем все деньги возможные. До 100%, того 500 монет. Это очень даже хорошо. Вот такая война с Англией у нас была. Ну и завершилась, естественно.
Да. Теперь это все дело надо, естественно, национализировать также. Эту профку мы не трогаем. Так, отдаем долги дальше. Все долги отдавать не буду, потому что у нас что-то с доходом там беда какая-то. Хотя не, все хорошо. Корабли крушения. 200 дукатов заберут. Уменьшится 280 дукатов, как 10 месяцев дохода от торгового за Севилья. Ну ты даешь. Ты издеваешься на мной. Еще тут дебаф из-за того, что сейчас национализация происходит. Так, самостоятельность колония. Очередной раз. Здесь раз, два, три, четыре. То есть мы сейчас с вами идем сюда воевать. Захватываем эту провку. У нас здесь основывается колонна. Он там сам дальше будет разбираться, что ему делать. А колониста мы с вами куда отправляем? Можно, в принципе, плато начать колонизировать. Да, здесь есть даже задание где-то. Отплыть в Ост-Индию? Нет, нет. Где я смотрю? Не то смотрю. Основание, вот, Ла-Платы. Вот это нам надо. Вот. Вот сюда мы с вами отправляем. Естественно, потом же будем выселять меньшинства какие-нибудь. Куда же без этого-то? И отправим мы сюда с вами, желательно кораблем, отправим с вами туда стак наш. Отлично, поплыли. Так, мы, кстати, еще можем, оказывается, спокойно ввести с вами еще одну идею. Очков хватает, это не может не радовать. Доверие минус 1000, я же отдал им провинцию. В смысле минус 1000? Не понял сейчас. Доверие 2.20, какая минус 1000? Не понимаю, почему он хочет со мной разорвать союз. Искренне не понимаю. Я отдал ему провинцию. Нахуй было его напасло. Так. Кто тут с кем воюет? А еще тунист вкинулся, понятно. Да, надо было его послать просто куда подальше. Никаких трудностей бы у нас не было, да? Возможно, так и стоило поступить. Ну, ладно. Не ценят, не ценят. Что тут еще сказать? Так, я ведь отправил. Куда он идет? Сюда? Давай быстрее мы с вами высаживаемся, а то у меня тут гибнут. По чуть-чуть кораблики. Давай мы сейчас их восстановим и потом отправим торговлю защищать. Так, экспедиция у нас также завершилась. Отлично, продолжаем дальше исследовать все это дело. О, наверное, да, он уже с этой дальше поплыл огибать Южную Америку. Понятно. Так, это само пофиксится. Долги потом. Война не важна, это не важно, это не важно, это не важно, это не важно. И это не важно. Ой, как хорошо. Так, а вот это важно. Давай-ка мы поплывем сюда. Тут с войной завершаем дела наши. Так. Или их надо национализировать, да? Только говори мне, что их надо национализировать, чтобы колония основалась. Блин, я думал, умом поступлю. В итоге дятел Вуди какой-то получился. Ладно, давай национализируем. Так, испанское главное. Майн, как стало известно, можно увидеть с палубы наших торговых кораблей до того, как они пришвартуются в Испаньоле. Если процветание Карибского моря является каким-то признаком, стоит тщательно изучить майн. Получаем вечные претензии, видимо, на Америку, да? А, мы получаем претензии на ацтеков. Понятно. Мы туда еще с вами наведаемся в гости. Новое королевство Гранады. Так, опять восстание. И опять восстание. Ой, тут восстание-то, ёптвы. Ладно, сейчас разберемся. Сейчас еще будем войско по чуть-чуть клепать. Начинать. Ай-яй-яй, гибнут, гибнут, гибнут пацаны. Их надо срочно пришвартовать.
Ладно, пусть немножко позахватывают, там крепость есть, они должны за раз все захватить, надеюсь. Радикулисты. Ничего страшного. Что, кстати, с отношениями? Давай улучшим отношения с ним. А, чтобы у нас уния не разорвалась. Такое может произойти, как я знаю. Мы все позакрываем нафиг. Что, починились немножко? Давай еще вот сейчас. Опа, все, поплыли. Поплыли. Надо сейчас еще будет корабликов наклепать, как только долги выплатим. Так, экспедиция завершилась. Давай немножко легитимность уменьшим, ничего страшного. Так, что у нас тут? Все, у нас ничего не осталось. Ну, пока оставляем тогда. Стихийные бедствия. Давай потратим дипачки, не вижу в этом ничего страшного. Коцается сильно, да? Да, довольно-таки серьезно коцается, на самом деле. Так, священники получат, терпимость к истинной вере, эффективность миссионеров. А, кстати, забыл земли отобрать. Вот я молодец-то какой. А, надо, чтобы с восстаниями сначала забраться, да? Понятно. Еще разберемся, дело такое. А, у нас устало, кстати, я хотя как раз думал, может, транспорт нанять. Мы, видимо, тогда, когда воевали, транспорт захватили, да? Так, отлично. Так, министр-кардинал. Что у нас тут с темой стабильности, примерно критикам? Давай возьмем. Бафы очень даже вкусные. Сможем победить? А, у нас командующего нет. Уже побежал побеждать. Франциско Пизаро, да, появился. Да, мне кажется, можем победить. Да-да-да, спокойно вообще. Крепость отдавать вообще просто неохота. Лучше я сейчас войско потрачу. Но все у меня будет хорошо. Так, новый товар в провинции. Кастильская Колумбия. А, у меня тут типа, оказывается, ничего не делают. Че же вы раньше-то не сказали? Блин, стоят АФК. Не сколько АФК-то уже стоят. Ну ладно, у нас тут больше никто колонизмом не занимается, так что это не такая уж большая проблема для нас. Всегда будет время всем этим заняться. Так, ой, какой хороший тип у нас тут, да? Серебряный. Ну, не то чтобы вау, но пойдет. Почему бы и нет? Так, что у нас в Англии? Я хотел здесь нанять пушки первые. Но у нас тут национализация еще не прошла. Окей, пока ждем. Но Англию мы сильно сейчас потрепали. Я думаю, она дальше пока не будет развиваться особо. Я у нее и столицу забрал, и вообще соболезную. Все, мы наконец-то можем отобрать земли. Восстание не страшно. Так, три, да, восстания? Да, три восстания, отлично. Пробежим сейчас здесь галопом просто. Галопом по Европам, как говорится, да? О, мы, кстати, великой державой стали. О, фонтан молодости. Морщины на лице разгладились, зрение улучшилось, подагра исчезла без следа, а тягощающий заботами разум обрел долгожданное умиротворение. Вода слаще нектара, прозрачные алмазы и охраняемая надежнее королевской сокровищницы. Наконец-то фонтан молодости наш, но нужно быть осторожными, злоупотребление водой с фонтана может привести к непредвиденным побочным эффектам, слишком уж хороша эта вода. Отлично, распределите воду между собой и выдвигаемся. Казна увеличивается на 800. До конца игры мы получаем баф на местную стоимость строительства, местные беспорядки, доход от налогов в провинции и прирост поселенцев в провинции. Также увеличивается налог, производство и рекруты. Это все вот в этой вот провинции. Обязательно мы ей потом займемся. Но что главное для нас, это 800 монет. Это просто кошерные деньги в данный момент. Просто божественные, я бы даже сказал. Так, что у нас тут по итогу? 88% мы контролируем торговли. С торговлей мы сколько получаем? 16 монет. Ну, пойдет, пойдет.
Колонизм все равно только зарождается. У нас еще даже 500-го года нет, сейчас уже наступит. У нас зря появится колонизм, и мы уже неплохо себя чувствуем. Да, вот в плане колонизма вообще идеально себя чувствуем, на самом-то деле, если так подумать. Учитывая, что я, на самом деле, очень редко занимался колонизмом, как для меня, так это вообще идеально, мне кажется. Лучше быть не могло. Так, 5 монет в месяц. Это дорого, я на такое не хочу идти. Я не согласен. Или согласен? Блин, придется, слушай. Нас там надо идею принимать. К сожалению, придется всем заняться всем. Волна мракобесов. Да, очень престиж. Так, бандейранты. Кто это такие? Держава заключает сделку. Ага, какая-то сделка. С каким-то отношением мы там получили. Это все аборигены, они меня сейчас не особо интересуют. Давайте лучше займемся, наверное, заданиями какими-нибудь очередными. Королевские верфи, вот, например, пока есть деньги, я бы занялся чем-нибудь таким делом. Так, верхнее перо. Это понятно. Есть ли еще какие-нибудь задания? Только одно вот это вот задание, да, со строительством у нас есть. Вторгнуться в Англию мы этим занимаемся. Соберите. А вот это, кстати, я не видел задание, что-то такое вообще. Ага. Что мы получим? Изменение военных традиций, годовое изменение профессионализма армии, страна может иметь пехоту терции, профессионализм армии увеличится. Будет проведена государственная реформа 3-й, 5-й уровень. Так. Нам нужно сейчас что? Получается, казармы построить? Ну, кстати, я бы не отказался от казарм. Потому что лимит войска надо повышать. Казармы, если не ошибаюсь... А, не, казармы вроде не лимит войска повышают, они повышают рекрутов. Да, это военный городок повышает лимит армии. Давай займемся. Я потрачу все деньги на это дело. Рекруты никогда лишними не будут. Особенно я собираюсь очень много воевать. Но, друзья, на этом мы пока что с вами заканчиваем. Довольно-таки неплохая серия. Повивали с Англией практически. Да, с вами. Вошли в 500-е года уже. Колонизм у нас... Хорошо себя чувствует, вообще кошерный, можно сказать. Цветет и пахнет, да? Да. С вами был, как всегда, Залео. Кто впервые на канале, подписывайтесь, лайки, комменты, колокольчик. Все это дело прожимаете. Не забывайте, да, обязательно. На все комментарии также отвечаю. Мы с вами совсем скоро увидимся. Всем пока.